Всем привет, с вами канал «Все для города». Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчики, а также гости канала. У нас уже сегодня закат. В 7 часов уже будет темно, то есть 19 часов. День уменьшился. Днем было довольно тепло, где-то градусов 20 примерно. Вот, но вечером, сейчас вот идет похолодание. Смотрю, уже прохладно становится. Ночь уже становится холодной из-за того, что уже сентябрь месяц заканчивается. Вот, видите, какая красота. То есть идет закат, такие, небо было голубое, сегодня дождей не было. Вот, сегодня занимался, то в один город съездили, потом в другой город съездили. Весь день был в разъездах. Вот, то есть встал, в 10 поехал, где-то в 3 приехали. Вот, то в один город, я говорю, съездили. Отметились другой, потом поехали, тоже отметились. Потом еще заезжали на кладбище. То же самое. Вот, посмотрел, там все нормально. Мою оградку не сломали. Вот, и как раз приехали домой. Уже к 3 часам. Вот такой идет закатик. Я не знаю, как камера передает такую красоту. Решил заснять. В окно посмотрел, вот так красиво. Такие полосы, вот. Ну, сейчас стою без рубашки, в одних плавках, но холод, уже прохладно. Надо что-то одевать, ой, блин, или принимать стакан. Херши. Вот, спасибо за просмотр, с вами канал. Здесь у меня сливы растут, вот, уже они осыпались практически, здесь ничего нету. Вот, я варенье там наварил. Это синие сливы, та желтые. В общем, уже идет закат, и скоро будет темно. Вот. Отправлял я в Междуреченск несколько посылок с саженцами кустов сливы, вишни. Вот. Потом Нижний Тагил отправлял видеорегистратор DEAH по Discovery. Не знаю, получил он или нет. И еще отправлял в Ейский район Краснодарского края экшн-камеру. Вот. Не знаю, она получила или нет. Это должна написать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. На канале очень много роликов. Вот, пишите в комментариях. Всем пока-пока.